Здесь у нас сушатся скальные породы. Они в основном идут уже от 40 до 30 метров и дальше. Скважины у нас в основном все идут до 100 метров глубиной. Скальники, они приблизительно выглядят таким образом. Их мы высушиваем в специальных металлических кудонах для уже дальше, чтобы определить их физические свойства, как плотность частиц, гигроскопическая влажность, сама непосредственная влажность скальных пород. Ну и дальше они должны отправляться на одноосное сжатие, на плотность до этого тоже брали, ну вот как